друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные бутерброды. Такие бутерброды можно подать на ужин, на завтрак, на какой-то праздник, в общем, вариантов здесь очень много. Нам понадобится хлеб, у меня чиабатта с дырочками, сыр камамбер или бри, вот такой вот, клубника, или можно заменить это все клубничным вареньем, не обязательно брать свежие ягоды, груша и кедровые орешки. Кстати, забыла сказать, что бутербродов у нас будет целых два вида. Чиабатту я уже нарезала, и теперь ее можно оставить свежей, а можно подсушить. Я люблю больше такую хрустящую чиабатту, поэтому я ее отправлю в тостер. Пока у нас чиабатта стоит, и, кстати, если у вас нет тостера, можно использовать обычную сухую сковородку и просто ее на ней подсушить. Так вот, пока у нас чиабатта делается, я нарежу все остальные ингредиенты. Нам нужны вот такие вот продольные кусочки, поэтому я режу грушу именно так. Ну, примерно вот такое что-то у нас должно получиться. И, кстати, слишком тонко грушу не режьте, потому что мы ее будем обжаривать. Если кусочки будут слишком тонкие, то груша просто размягчится, и потом вы ее не сможете даже переложить на бутерброд. Дальше берем клубничку, отделяем у нее плодоножки и режем ее тоже на кусочки. Можно пополам разрезать, если вот такая маленькая ягодка. Если ягодка большая, можно там на 3-4 части. Мы ее жарить не будем, она у нас будет свежая. Поэтому здесь толщина кусочков на ваше усмотрение. Дальше мы открываем камамбер. И тоже нарезаем его на ломтики. Кстати, камамбер наш, российский, конечно же. У нас с вами сыр и клубничка уже готовы к бутербродам, а грушу мы с вами обжарим на сковородке. Разогреваем сухую сковородку. Масло добавлять сюда не обязательно, но если вы хотите, чтобы бутерброд получился понежнее, можно добавить немножко оливкового, а лучше даже сливочного масла. Нам главное грушу подогреть и сделать так, чтобы она немножечко размягчилась. Наша груша размягчилась, и мы с вами идем собирать наши бутербродики. Мы с вами сначала соберем бутерброды с клубничкой. Мы берем сыр, кладем вот так вот на хлебушек, в хаотичном порядке, чем больше сыра, тем вкуснее, и сверху укладываем просто нашу клубничку. Смотрите, какая красота получилась, и напомню, что если у вас нету свежих ягод, можно использовать любой джем. Просто сыр в сочетании с джемом или с вареньем, это просто очень вкусно. И даже мед, кстати, подойдет. Теперь мы эти бутерброды убираем в сторону и сделаем бутерброды с грушей. Также сначала кладем сырочек. И затем теплую грушу. Мягкую, вкусную. Теперь посыпаем бутерброды кедровыми орешками. Но без них, конечно, тоже вкусно, но с ним вкуснее. И если у вас есть жидкий мед, у меня, к сожалению, мед кончился. Вот, если у вас есть, полейте вот прям капельку меда. Это будет просто нереальное наслаждение, очень вкусно. Посмотрите, какие классные у нас получились бутерброды. Они очень вкусные. Если вы никогда не пробовали сочетание сыра с грушей или клубникой, или с какими-то свежими ягодами, обязательно это сделайте. Вы точно удивитесь и точно будете так готовить постоянно. Всем желаю приятного аппетита и жду ваши отзывы в комментариях. Пока!